А вот в-третьих, еще раз скажу. Для дурачков, для хейтеров, для токсиков, для быдло, кстати. Слово скиф или скуф, как там, не похер, как оно там называется, оскорбительное слово. Еще раз я увижу в комментариях у себя на канале или где-то еще в комментариях, там, в чате, блин, где, во время стрима или еще где-то. Я сразу буду блокировать. И что думаете, я немного пухленький, блядь, я вешу 79 килограмм. Это нормальный вес, блядь. Это 33, мне 30 лет, блядь. И чё? Какой-то дурачок придумал, блядь, в интернете. И нашел. От английского слова, небось, да? Это пошло, эта фразочка, блядь. И все начали это... Это по-любому... Долбоящеры, я их называю. Я не хочу материться. Я начинаю уже потихоньку держать себя в руках. Все ясно? Еще раз я увижу это слово у себя в комментах, в стиме, и неизвестно где еще я увижу это. Будете забанены, все. Черный список, вам тюрьма. Все. Давайте. Ведите себя культурно, блин. Так, здесь я еще читаю. Ваша вот эта хреномантия хероборская. Никому не интересно. Никто ее читать не будет. В том числе и я. Здесь. Ниже быть. Да? Тут. Я предупредил. Потом не плачьте. Виноваты будете вы сами. Уже не раз, первый раз это говорю. Умейте уважать других людей, блядь. Ваша вот эта неадекватность, ваше вот это быдлонство, никому не интересно. Вы показываете свою тупость. Тупость перед всеми. Тут что? Здесь я чекал. Да, здесь где-то. Тут если взять. Не? Лучше первым сюда точку ставить, и вот сюда. Сюда. И вот сюда.
Нет, тут надо ниже брать. Ну что этим цепаном? Найс! $17,000. И у нас здесь еще места есть. Это на той стороне, это на той, на том, так. Разобрать нефтяную вышку на металлолом. Ага. А я тебе сказал, что мы будем что-то с этими вышками делать. Ну, во-первых, она вот здесь. У нас четко на карте не показано. О, хороший квест. Мне нравятся такие квесты. Так. Где? Не здесь, да? Сколько там? 3 штуки надо, да? Да. Хорошо. Я здесь. Ну поехали. Блин, что такое? Я помню эту дорогу, а вышка здесь где-то находится. Вот она. Так, это первая вышка. Здесь, вот здесь на, а третья. Лучше покататься просто. Нужно хорошо покататься. Что у нас по бензину? Ехать очень много. Thank you.
самим посмотрим. Хрен за ним.
зря, наверное, заехал, потому что...
куда-то поехал. Что ты делаешь? Чуток. Ой. Ой. Перевернулась, блядь. Я сейчас опять машину снимаешь. Что, багов хватает, как я говорю. Пока. Того по правой стороне ехать на хате. Не, не надо было по правой стороне, все правильно. Sucks. Oh.
Он заезд туда. Можно еще здесь вот. Два пути. Груза металла. Готово. И еще осталось. Это нельзя. Тоже нельзя. Это на той локации. Бочек есть? Можно закрыть. Усапать.